Я несколько изменила заглавие «Миф о поэте-страдальце» и звучащий «Мемнон» в лирике Фета 60-х годов. Как мне кажется, это более точно отражает содержание доклада. В докладе я буду говорить о стихотворении Фета «Напрасно ты восходишь надо мной», написанном в 1865 году и опубликованном гораздо позднее в первом выпуске сборника «Вечерние огни», то есть это 1883 год. Это стихотворение в силу разных причин находится на периферии творчества Фета и относится к той группе текстов, которые можно рассматривать как автометаописательные. Их частотность среди других поэтических сочинений поэта особенно возрастает в 80-е годы. По своей теме, образной структуре и семантике оно носит почти исключительный характер. Прямое уподобление лирического «я» статуе, хотя и не встречается в других стихотворениях Фета, но позволяет рассматривать стихотворение в рамках того семантического комплекса, который Томас Венцлова называет «застывание живого», или же в рамках предложенного Татьяной Владимировной Цивьян расширение понятия гибридности, то есть существование статуи или человека на грани, не вовсе мертвый, не совсем живой. Это из стихотворения Лермонтова цитата. Как хорошо известно, на рубеже 50-х-60-х годов Фет принимает решение уйти из литературы. Такой радикальный жест был предпринят, с одной стороны, в связи с конфликтной ситуацией, сложившейся в редакции «Современника», а с другой – приобретением имения Степановка в августе 60-го года и посвящением себя возделыванию земель. Обе причины отхода Фета от литературы послужили поводом для автомифологизации в образе мученика или страдальца. Мотивы мученичества, в частности, отразились в двух неопубликованных при жизни Фета стихотворениях. Они шуточные, они называются «9 марта 1863 года», и «Хотя по-прежнему зеваю», «Повеет раем над цветами, воскресну я и запою, и 40 мучеников сами мне позавидуют в раю». И второе: «Хотя по-прежнему зеваю степной тантал, увы, я больше не витаю, где я витал, и замирает вдохновение в могильной мгле, как корнеплодное растение в сухой земле». Это Тургеневу, собственно, адресовано. Шуточная мифологизация поэта прослеживается и в письмах Тургенева, где акцентируются не муки, а жалобы Фета на исключительные сложности, с которыми он столкнулся при постройке усадьбы. Они иронически сравниваются с плачем пророка Иеремии. Это отсылает к ветхозаветному сборнику скорбных песен по традиции, приписываемых этому пророку. «О любезнейший Фет, о Иеремия, южной части Мценского уезда, с сердечным умилением внимал я вашему горестному плачу и в то же время тайно надеялся, что, как говорят французы, черт не так черен, каким его представляют». Это Фета 8 ноября 61 года. И другому адресату, Ивану Петровичу Борисову: «Я получаю изредка письма от этого милого смертного, он в них плачет, подобно Иеремии, все-таки убежден, что дела его идут недурно. Главная ошибка его была покупка Степановки, но он с тех пор умел ее поправить». Оба высказывания достаточно ясно свидетельствуют, что Тургенев рассматривает поведение Фета как психологическую маску, находящуюся в противоречии с подлинной самооценкой поэта. Стихи Фет, тем не менее, продолжает писать, однако из-под его пера почти уже не выходят онтологические стихотворения, связанные с образами античной, преимущественно греческой мифологии, как мы знаем, не напрямую, а через посредничество немецкой словесности первых десятилетий XIX века. Эти стихи, как, впрочем, и некоторые сочинения Фета не онтологического жанра, отличались жизнерадостной и жизнеутверждающей тональностью, по крайней мере, в восприятии сочувствующей Фету прижизненной критики, отчасти пересекающегося с ней круга литераторов-современника, а затем и многих исследователей лирики Фета. Вместе с тем, как справедливо отмечают современные ученые, Фет, как биографическая личность, совсем не отличался жизнерадостностью. Да? Здесь вот соответствующая цитата из замечательной монографии Эмили Клейн. Стихи, которые Фет создавал в 60-е годы, по-прежнему читал и правил Тургенев, как и в
50-е, притявший, если не прямое обращение Фета к мрачным мотивам, то, по крайней мере, нарушение равновесия в образной и композиционной структуре его стихов. Цитата. «Присланное стихотворение очень и очень мне понравилось», – Тургенев пишет. «Тонкое верное сравнение, но каким образом все тише, все яснее в первой строфе ладится с мраком во второй?» Тут есть маленькое отсутствие гармонии, поэтического равновесия. Я думаю, это весьма легко исправить. Письмо Фету 8 ноября 1961 года. Речь здесь идет о стихотворении «Жизнь пронеслась без явного следа», написанном в 1964 году. Как отмечено в комментарии к полному собранию сочинений Тургенева, стихотворение Фета «Жизнь пронеслась без явного следа» было исправлено в соответствии с замечаниями Тургенева. Оно появилось в «Русском вестнике» за 1965 год, номере 3. С изменениями. В 11 стихе вместо «забирается во мраке и тиши» забирается в серебряные тиши. Ну и это стихотворение известное, да, оно посвящено размышлениям о смерти. Я не буду его зачитывать. «Жизнь пронеслась без явного следа, душа рвалась, кто скажет мне куда» и так далее. По-видимому, подразумевая эти упреки в депрессивности и мрачном расположении духа, а также в ответ на непременное желание дружеского литературного круга видеть жизнеутверждающие тексты, выходящие из-под пера Фета, в 1965 году он и пишет стихотворение «Напрасно ты восходишь надо мной», где появляется несколько неожиданное уподобление лирического «я», неожиданное для Фета, еще раз, значит, вот. Египетской статуи, считавшейся скульптурным изображением древнегреческого мифологического персонажа Мемнона, статуя, согласно позднеантичному мифу, начала звучать во время восхода солнца, начинала звучать во время восхода солнца, когда мать Мемнона, богиня Эос, заря, приветствовала его. Стихотворение написано нейтральным пятистопным ямбом, видимо, вполне намеренно противопоставлено нескольким ранним онтологическим текстам Фета, например, знаменитому стихотворению «Диана» 1947 года. Вот, значит, это концовка этого стихотворения. Или стихотворению «Кусок мрамора» того же года, уже с композиционной точки зрения противопоставлено. Внутренне динамичным персонажем здесь оказывается не я, уподобленный статуе, а героиня, стремящаяся на него воздействовать или осенить вдохновением. Лирический субъект в «Диане», напротив, стремясь постигнуть смысл красоты античной статуи, страстно желает, чтобы она сдвинулась с места, обрела движение, но этого не происходит, ожидания не оправдываются, статуя остается неподвижной, а смысл красоты неразгаданным. В стихотворении «Напрасно ты восходишь надо мной» ожидание изменений приписывается героине. Внутренняя активность зари проявляется в интенсивности ярко и избирательности нежно излучаемого ею света. Пассивность, невосприимчивость «я» поэта заключается в его неспособности или нежелании воспринимать оттенки, нюансы этого света. Другими словами, здесь редуцируется та исключительная восприимчивость лирического субъекта или наблюдателя, его дифференцированные зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные, вкусовые впечатления, обращенные к внешним или воображаемым мирам, которые являются неотъемлемой чертой не только онтологической, но и всей лирики Фета. Описание нюансов света заменяется его неподвижной характеристикой, яркостью, нежность прикосновения зари не разрастается в динамично развивающееся изображение сенсорных ощущений, эмоциональных состояний или мыслей «я», как, например, в известном онтологической миниатюре Фета «Кусок мрамора». Такое сознательное, как нам кажется, противопоставление стихотворения «Напрасно ты восходишь надо мной» ранним стихам онтологического жанра может быть связано с обращенностью к узкому кругу адресатов. Миф о жизнерадостном Фете, созданный литераторами круга современника, базировался в первую очередь на его онтологической лирике. Так, Василий Петрович Будкин в 1957 году в статье «Стихотворение Фета» подчеркивал, да, такую наивную внимательность чувства и глаза найдешь разве только у первобытных поэтов. Он не задумывается над жизнью, а безотчетно радуется ей. Это какое-то простодушное чувство, какой-то первобытный праздничный взгляд на явление жизни, свойственное первоначальной эпохе человеческого сознания. Поэтому-то он так и дорог нам, как невозвратимая юность наша, оттого так привлекательны, цельны и полны выходят у Фета, господина Фета, пьесы онтологического или античного содержания. Вот этот взгляд, в общем,
ведущие члены в круге современника разделяли вполне. Близкие друзья Фета упрекавшие его мрачности настроения и в неуравновешенности образного строя стихов, создаваемого поэтом в 60-е годы, подразумевали необходимость вернуться к прежним ясным первобытным онтологическим образам, праздничному взгляду на жизнь. Как можно предположить, сюжет о статуе Мемнона мог оказаться в поле внимания Фета благодаря не столько его хорошему знакомству с греческой мифологией, сколько с немецкоязычной и русской романтической поэзией, в частности, стихотворением австрийского поэта Йоганна Мархофера «Мемнон», стихотворение 16-го года. Этот поэт был участником кружка Франца Шуберта. Он покончил с собой в 36-м году, потому что очень боялся холеры. И также посланием Жуковского князю Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину, это стихотворение 15-го года. Возможно, что непосредственным импульсом к созданию стихотворения послужила одноименная песня Шуберта, одного из особенно любимых Фетом композиторов, написанная в 17-м году на слова Майерхофера. Как отмечают музыковеды, стилистика песни в ряду других подобных сочинений Шуберта характеризуется романтизированной античностью. Композитор, как и поэт, сосредоточен на индивидуальных переживаниях главного героя. Стихотворение Майерхофера развивает миф о поэте-страдальце, который в начале XIX века был спроецирован немецкими романтиками, в частности Новалисом, на позднеантичную легенду о звучащей статуе Мемнона. Ключевой темой стихотворения Майерхофера становится вдохновение поэта и его зависимость от божественного импульса. В позднеантичном мифе о статуе Мемнона заря отождествляется с богиней Эос, матерью Мемнона, приход которой заставляет статую звучать. Это как бы продолжение этого стихотворения. В первой строфе говорится о том, что статуя может говорить только один раз в день. Да, она привыкла молчать и скорбить. Что самое важное здесь для Фета, это вот вторая строфа «Für Menschen Ohren sind es Harmonien, weil ich die Klage selbst melodisch kinde». То есть люди, да, адресат, ну, те, кто читают стихи или их слушают, они как бы не понимают, не видят, не ощущают, что поэт, он как бы сообщает, транслирует жалобу, а они слышат ее, она превращается в их восприятии в гармонию. Да, вот это здесь очень важно. По словам автора специального исследования, посвященного песням Шуберта, Марджери Хирш, вот это вот соответствующая цитата, стихотворение Мархофера глубоко автобиографично, оно вводит тему современных читателей поэзии, для которых стихи поэта-страдальца и его стон непонятны, ну или жалобы, стенания, они превращаются в гармонию искусства. Тем самым восприятие современников искажается подлинный облик страдающего поэта. Мархофером мотив неадекватного контакта поэта и адресата его поэзии, однако этот мотив не выражен. Значит, у Фета этот мотив не выражен прямо, и для того, чтобы его увидеть, необходимо обратить внимание и на другие интертекстуальные параллели этого стихотворения. Да? Героиня первой строфы, Заря, или неназванная здесь Эос, несомненно, наделена чертами музы. Она посланница волшебных сновидений. И, возможно, по замыслу Фета должна ассоциироваться с образом из некрологического стихотворения Александра Полежаева «Венок на гроб Пушкина» 1942 года, который Полежаева, в свою очередь, ассоциируется с образом поэтического вдохновения. «И друг волшебных сновидений, он понял тайну вдохновений, глагол Всевышнего постиг». Это Полежаев. Стихотворение важно для Фета и тем, что Полежаев мог восприниматься им как двойник поэт-страдалец, так как некоторые особенности его жизненного пути являли собой параллели к биографии Фета. То есть это незаконнорожденность, фальсификация документов о рождении, вынужденная служба в армии, лишение дворянства. Таким образом, цитата из Полежаева как бы усиливает мотив мученичества героя стихотворения. Другая важная реминисценция появляется в последнем стихе первой строфы, «Дождешь от меня похвал и песнопений».
И героиня стремится вдохновить я на создание сочинений исключительно панегирического и торжественного характера, похвал и песнопений. Именно это намерение посланницы вызывает несогласие поэта, подавленное статуей Мемнона. Если отсылка к Полежаеву конкретизирует образ Зари, инициирующий вдохновение поэта, и ассоциируется с некрологической темой русской поэзии, это здесь тоже важно, потому что в несохранившемся письме к Тургеневу за июнь 66 года Фет называет себя умершим поэтом. Письмо не сохранилось, но Тургенев ему ответил следующее: «Вы называете себя умершим поэтом, что несправедливо, и с умершими поэтами могут случаться беды. Например, наш экс-друг Некрасов». Упоминание похвал, по-видимому, рифмуется с посланием Жуковского к князю Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину, где похвалы – это атрибут ненужной поэту толпы. «Друзья, тот стихотворец горе, в ком без похвал восторга нет. Хотеть, чтоб нас хвалил весь свет, не то же ли, что выпить море?» А поэт в этом же стихотворении Жуковского уподобляется статуе Мемнона. «Один среди песков Мемнон с возвышенной головою молчит лишь гордую стопою, касается, как праху он, но лишь десница появления вдали восток воспламенит, в восторге мрамор песнь гласит». Таков поэт. Процитируем в этой связи Александра Алексеевича Долинина, цитата: «Послание Жуковского к князю Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину начинается с классических противопоставлений вдохновенного поэта-избранника, чье блаженство прям с неба, и чьи судьи лишь чадо Феба, толпе непосвященных завистников гения и славы». Это статья «Цикл смерти поэта» и 29 января 1937 года Тютчева. По-видимому, образ Зари Музы становится здесь персонификацией позиции друзей литераторов Фета. Они навязывают ему не ту неправильную музу, юную женщину, ожидающую панегириков и торжественных песен. Отсылка же к Жуковскому, в стихотворении которого идет речь о том, что толпа не может вдохновить поэта, намекает на то, что друзья, создавшие искаженный образ жизнерадостного поэта, не могут быть причислены к числу его вдохновителей. С одной стороны, автор-репрезентация в этом стихотворении намекает на локальную ситуацию. Исчезновение поэтического восторга, возможно, имеет временный характер. С другой, однако, статуя Мемнона, возможно, является автохарактеристикой общего настроения и поэзии Фета, по крайней мере, той поэзии, которая пришла на смену раннему этапу его творчества. Так он, например, писал уже в более позднем письме великому князю Константину Романову, да, который публиковался под псевдонимом К.Р. и считался учеником, сам считал себя учеником Фета. Вот у него пишет: «По-моему, совершенно явно, что в болезненности современной лирики виновны Некрасов и Фет». Это конец 80-х уже. «Первый выучил всех проклинать, а второй грустить. Но все понять, все простить. Я, кажется, говорил вашему высочеству, что диктую свою автобиографию. Если тесная и грязная стезя, по которой пришлось пробираться Некрасову, может независимо от прирожденного характера помочь объяснить его озлобление, то постоянно гнетущие условия жизни в течение 50 лет могут отчасти объяснить меланхолические настроения Фета». Конец цитаты. И подводя кратко итоги, значит, как мне кажется, тема статуи в русской литературе, преимущественно связывавшаяся исследователями с двумя периодами, пушкинская эпоха и начало XX века, выскажем предположение, что одним из связующих звеньев между этими двумя эпохами является онтологическая, в первую очередь, лирика Фета, так сложившийся в немецкой поэзии миф о поэте-страдальце, представленной как бы мельком у Фета и знаменующий конец онтологической темы в его поэзии, по-видимому, отразился у Иннокентия Анинского в его описаниях, да, изображениях ущербных или увечных статуй. Также, вот, как мне кажется, отразился в трипсихе, да, в «Трилистнике в парке». В стихотворении Вячеслава Иванова 1914 года под заглавием «Мемнон», в котором, Мемнон, как бы помнящий, да, пометливый, в котором лирический герой сомневается в том, должен ли он заговорить при появлении лучей зари. То есть он склоняется к мысли, что лучше молчать.